Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 4 декабря – самый роковой день этого месяца. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В субботу, 4 декабря, в 10:32 по московскому времени, произойдет редкое астрономическое событие – солнечное затмение. Его полная фаза будет видна только на территории Антарктиды и нескольких прилегающих к ней островов. Однако, эффект от этого явления охватит всех жителей Земли. Этот день, завершающий коридор затмений, может принести в вашу жизнь множество неприятных событий. Как снизить негативное влияние периода и обезопасить себя, об этом я вам расскажу. Что представляет собой коридор затмений? К затмениям всегда относились с настороженностью, так как в эту пору часто происходили значимые для человечества события, часто негативного характера. Особенно опасным является коридор затмений, когда затмение Луны и Солнца происходят подряд, и спустя небольшой промежуток времени, в этом случае гнетущая атмосфера усиливается настолько, что ее ощущают даже люди, невосприимчивые к подобному. В конце 2021 года этот неприятный период начался 19 ноября в день лунного затмения, и все последующие сутки отрицательная энергетика будет только накапливаться, чтобы 9 декабря ударить со всей доступной мощью по наиболее уязвимым сферам вашей деятельности. Мощь этого дня настолько огромна, что вы можете ощутить первые звоночки за неделю, а то и больше до наступления затмения. Предшествующему периоду наблюдается упадок сил, может появиться апатия, а при повышенной чувствительности – агрессивность. Ближе к событию может появиться чувство потери чего-то важного и вызванная этим депрессия. Также считается, что в это время граница между материальным миром и обителью духов истончается, позволяя порождениям тьмы просочиться в привычную нам реальность. Поэтому обязательно обновите защиту дома, чтобы избежать появления ментальных паразитов. Кроме того, постарайтесь в любых ситуациях сохранять спокойствие, не реагируйте на попытки вывести вас на эмоции, придерживайтесь позитивного взгляда на жизнь, как бы тяжело это ни давалось. Основные угрозы этого дня. Весь период, называемый коридор затмений, несет угрозу, но самым тяжелым и опасным является 4 декабря. День, когда Солнце и Луна находятся на одной линии по отношению к наблюдателю Земли. Затмение произойдет в момент, когда Солнце будет находиться в зодиакальном созвездии Стрельца, рядом с точкой эклиптики, являющейся нисходящим лунным узлом. Это может повлечь за собой сложности в обучении, неприятности, касающиеся документации, а также конфликты с близкими вам людьми. Более того, подобное сочетание приведет к тому, что спорные моменты, нерешенные в прошлом, вновь дадут о себе знать, даже если произошли годы назад. Будьте готовы к тому, что придется налаживать с кем-либо отношения или заниматься делами, возвращаться к которым вы не планировали еще долго. День отличается нестабильностью и резкими перепадами настроения, а события будут нестись вперед с невероятной скоростью, не давая ни секунды, чтобы обдумать происходящее. Энергетика 4 декабря угнетает, провоцирует сонливость, потерю силы, тревожность, с которой очень трудно справиться. Это далеко не самое лучшее время для какой-либо деятельности, особенно для новых проектов, так как то, что начато сегодня, не принесет никакой пользы. Неприятности будут сопровождать вас даже во время выполнения привычных ежедневных дел, поэтому будьте бдительны и осторожны. Увеличивается вероятность возникновения ссор, по причине того, что совместные дела не приведут к желаемому результату, а нервная система на взводе под влиянием энергии затмения. Все это может привести к понижению самооценки, неуверенности в своих силах и отчаянию. Ни в коем случае не поддавайтесь этим ощущениям, выбраться из состояния тоски будет крайне сложно. В этот период работоспособность очень сильно снизится, появление усталости и рассеянности приведет к постоянным ошибкам, а эмоциональная нестабильность, если не принимать никаких мер по стабилизации своего состояния, может рассорить вас даже с самыми дорогими людьми. Приложите все усилия, чтобы не допустить этого, так как в противном случае на возвращение привычной гармонии и восстановление сил уйдет огромное количество времени. Оплошности, допущенные сегодня, могут напомнить о себе даже спустя десятилетия.
Как снизить негативные воздействия? По причине того, что Луна полностью закроет дневное светило, появится нехватка жизненных сил или иначе энергии. Помимо психологического угнетения, это ударит по здоровью, поэтому заранее позаботьтесь о снижении нагрузок и при наличии хронических заболеваний примите профилактические меры. Избегайте стрессов и не ввязывайтесь в конфликты, так как сегодня это может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Если у вас имеются какие-либо болезни сердца, постарайтесь ограничить перемещение и не напрягаться. Лучшим решением будет провести опасный период в тихой и спокойной обстановке. Включите расслабляющую музыку, займитесь йогой или другими восточными практиками. Идеальная пора для того, чтобы отпустить давние обиды и простить людей, их причинивших. Проведите часть дня с семьей, но общаться можно только на нейтральные темы, чтобы не спровоцировать вспышки недовольства. Ваши близкие, как и вы, подвержены негативному влиянию и плохо контролируют ситуацию, поэтому проявите чуткость. Найдите время для уединения, освободите себя от имеющегося негатива, проанализируйте свою жизнь и переосмыслите происходящее. Дни солнечных затмений всегда насыщены энергией. Ее количество позволяет проводить любые практики, однако не стоит забывать о негативной составляющей этой силы. Ее мощь, неуправляемость и общая отрицательная направленность требуют немало опыта, без которого ваши действия могут навредить как вам, так и окружающим. Лучше ограничиться предельно простыми ритуалами. 4 декабря даже самые слабые из них будут результативными. Кроме того, любое магическое вмешательство следует начинать с очищения. Следует исключить любые призывы, так как от сущности, пришедших в наш мир в день, когда Луна закрывает Солнце, будет очень сложно избавиться. Очищение от негатива. По возможности примите контрастный душ. Дальше, приступая к практике, зажгите белую свечу. Пройдите с ней по периметру дома. Двигайтесь по часовой стрелке, представляя, как отрицательная энергия сгорает в пламени. Когда вы закончите обход, пройдите в центр квартиры, поставьте свечку на стол и, глядя на пламя, скажите такие слова: «Я впускаю в свой дом светлую и чистую энергию». Говорим 3 раза. Все. Пусть немножко свечка погорит, потом ее можно затушить. После этого обязательно благодарите Вселенную за помощь. Также в этот день очень хорошо загадывать желания. Перед тем, как ложиться спать, зажгите свечку, но свечку нужно зажигать либо золотистую, либо желтую. Очистите свое сознание. Некоторое время смотрите просто на пламя и отпускайте все то, что вам мешает. Затем четко озвучьте свое желание и его визуализируйте. Потом, когда вы уже представили свое желание, то скажите такие слова: «Волшебный огонек мою жизнь очищает, энергию света в мою жизнь направляет, и все мои желания исполняются. Да будет так». Говорим 3 раза. Все, этого будет достаточно. И вот посмотрите, что этот день, помимо того, что полностью уберет весь негатив с вашего пространства, и также исполнит ваше желание.